Я знаю, что мир переломился на период до 2020 и после 2020. И очень многие пошли на дно. Это касается часто шоу-бизнеса. Во время пандемии многие хотели петь или что-то говорить перед своим телефоном или перед своим планшетом. Публика разочаровалась массово. Плохая речь, они запинаются, у них плохой голос, потому что без фонограммы и добавления, коррекции звука они не могут петь. И я себя чувствую победителем на коне. Что пандемия или нет, к истории моды, к этикету, к парфюмерии никогда не упадет интерес. Ну, конечно, по цене она стала гораздо более доступна, она лишилась социального статуса. Сегодня каждый дворник носит кроссовки и брюки, на которых написано «Balenciaga» или «Birkenbergs», и считает, что он впереди всех. Мода стала народной. Спорт победил все. И одежда стала крайне упрощенной. Путешествуя и даже глядя на то, что происходит в мире, я понял, что летом, например, шорты победили все виды другой одежды. Футболка основной составляющей гардероба. Чрезвычайно простая обувь. И думаю, что мода будущего, так как она показана, она будет очень простой. В жизни ничего легко не дается. И любой успех – это результат тяжелой работы. Ну, во всяком случае, очень много тестеров, очень много проб, очень много консультаций. Я старался проводить консультации с моими коллегами, подругами, фанатками, чтобы понять, что они действительно хотели бы носить, какую парфюмерию употреблять. Есть тренд на кулинарные запахи, кондитерские запахи, цитрусовые и определенные цветочные, и также муксус с ароматами такие эротико-сексуальными. Ну и поэтому, зная, что мои покупатели – это не подростки, а дамы, которым за 30 лет, и они хотят определенных запахов от меня. Если простить простонародью простые привычки, тогда этикет не нужен. Можно и в шортах в оперный театр, можно и ноги на стол, можно и с мобильным телефоном жевать и разговаривать, можно не приходить на свидание, можно пить шампанское из граненого стакана. А если мы хотим чуть-чуть оторваться от обезьяньего уровня, то нам надо немножко подучиться, пополировать ноготки. Носители культуры как таковой в нашей стране раз-два и обчелся. У нас много носителей богатства, у нас много носителей политических идей, у нас много носителей хайпа. И хайп сегодня решает все. И сегодня очень многие живут в мире ТикТока. Им нравится, что они прыгнули, упали, разбили чашку, уронили. И у них лайки, лайки, лайки. Но ведь лайки – это виртуальное счастье, виртуальное богатство. Я сторонник классических формаций. Мне нравится не виртуальный дом, а личный дом. Не виртуальное сердечко, а личное сердечко.